солнцем ярким встречает новый день. Он будет жарким для тех, кому не лень. Показать, кто в чем сильней, кто прыгнет дальше, а кто бегает быстрей. Ты знаешь, первый шаг всегда сложнее, чем второй, но рядом тренеры, друзья, а значит, ты герой. Команды матч. На старте все равны. О, Гоша прислал свой план на сегодня. Баскетбол, танцы, шахматы. Привет, у меня все готово. Вас долго ждать? Еще 5 минут. Нужно ускориться. У команды неудач новый талисман. Это пиньята, наш сюрприз Гоша. У него сегодня день рождения. Поможешь нам? Я, в отличие от вас, использую зал по назначению. Ну где же они? Ура! Пиньята воплощена! Не мешай, Фил! Кто кому мешает? Эй, отдай! Не трогай, Филипп! Отдай сюда! Ну, не буду вам мешать. Она как бы должна быть ниже. Механизм поврежден. Невозможно корректировать высоту. Ну, веселимся. Будь здоров, Рон! Ой, Рон, а может быть ты ее просто счихнешь? Все, я пас, Рон, ты следующий. Ребят, это Гоша! Мы совсем забыли про него. Прости, Гош, к нам пока нельзя. Льву, можно? Привет. Здравствуйте, тренер. У нас проблема, тренер. Знаю, арена доложила. Наш план поздравить Гошу. В подвешенном состоянии. Когда все идет не по плану, можно придумать новый. Главное держаться вместе. Тренер, а что делать с пиньятой? Да, задачка для неординарного ума. А задачки тут только Гоша любит. Точно! Я знаю, как поздравить Гошу! Прости, что оставили тебя одного, Гоша.
С днем рождения! Но ты провел время гораздо лучше, чем мы. Рассказывай. Я видел, как вы веселились. Нет, ты неправильно понял. У нас все пошло не по плану. У меня тоже. Но у нас есть новый. Подарить тебе... Это сюрприз! Вообще-то, даже тренер не смог решить эту задачу. Да. Серьезная задачка? Это для меня. А вот и он. Та-дам! И где? О, Арена, ты сменила имидж? Немного. Поколдовала с прошивкой. Твой подарок. Спортивная пиньята. Ну, Гош, как будем доставать? Разработаем план. Следующее задание. Съесть все конфеты. На старт. Внимание! Хорошо отработали атаку в команде. Теперь посмотрим, как поодиночке справитесь в защите. Не в этот раз, Лев Борисович. На совещании в министерстве ваша голограмма уже час висит вот в такой позе. Сегодня вам предписано явиться лично. И, кстати, вы уже опаздываете. Арена, прошу закончить за меня тренировку. План такой. Нет, нет, нет. Тренировку по протоколу должен проводить тренер, а не машина. И это так и быть. Сделаю я. Стройся! Да, дела куда хуже, чем я полагала. Вы все хотите стать настоящими спортсменами, но получится это только у сильных, быстрых и грациозных. И с этим ничего не поделаешь, каким бы фантазерством ни занимался Лев Борисович. Но тренер говорит... Спорт не болтовня, а выполнение задач. Дистанция 100 метров с барьерами. На старт. Внимание. Браво, прирожденный бегун. А дисциплину мы поправим. Следующие. Ну и кто тут самый быстрый? В следующий раз за обедом бежишь ты. Если хочешь стать капитаном, должен везде быть первым. Следующий. Четыре шага, прыжок, амортизация, вдох, выдох. Математический кружок через дорогу, юноша. Спорт – это не веселый конкурс. Прошу результаты. Проигравшие, расстраивайтесь. Победители, не обольщайтесь. Арена, штангу. Здесь ты король. Так зачем пытаешься стать пешкой в беге? Вообще-то, в шахматах король – это самая слабая фигура. Скоро покажешь свои навыки, гроссмейстер. Неприятное чувство, да?
минуту назад чемпион, а сейчас нет. И охота эти железяки тягать. Может, еще пару забегов? Следующий. А можно мне сразу на толкание ядра? Вот видишь, и ты поняла. Убедились, в спорте, как и в жизни, не все равны. Если любите друзей, не мешайте им стать чемпионами. Объявляется перерыв на употребление воды. А по-моему, Белла знает, что делает. Вот зачем мне мучиться с бегом, если я лучший в штанге? Она меня сделает чемпионом. А меня бег. А я вообще самая крутая. А мы с Агатой уходим. Куда уходите? Мы плохие спортсмены. Подождите, а как же команда? Да пусть и ходят, зато чемпионы остаются. Да кому нужно это чемпионство, если у тебя не будет друзей? У меня идея. Тренер Белла, у нас просьба пересдать нормативы. Любите проигрывать? Ну что ж, ваше дело. Я поняла. Это заговор. Вы заговорщики. Я сейчас вам покажу. Спасибо, коллега, за эффективную тренировку. Дальше я сам. Нужно готовить мою команду к отборочным на зверокубок. Это насмешка. Моя команда всегда представляет Академию спорта на отборочных, и я не потерплю. Придется потерпеть, Белла. Ведь это распоряжение министерства, которое мы обязаны исполнять. Ура! Зверокубок! Тренер! Спасибо за шанс! Радоваться будете, если пройдете отборочные, в чем я сильно сомневаюсь. Да, вас ждут серьезные испытания. Но ваша сплоченность и взаимовыручка показали, что такое настоящая команда. А настоящей команде любые испытания по силам. Да! Да! А меня Берта летом научила танцевать зумбу. Да я просто муху тогда отгоняла. Команда, привет! Здравствуйте, тренер! Привет, Олег! Сегодня проведете разминку сами. Мне нужно закончить одно небольшое дело. О, Рон, предлагаю тебе начать. Я скоро. Команда, начнем с приседаний. Пойду тогда присяду. Итак, вам нужно заполнить анкеты за прошлый сезон, подписать бумаги на текущий сезон, заполнить накладные для моих новых запчастей. Готово! И это я откладывал 3 месяца? Сегодня последний день сдачи. А если я не успею, то ты не получишь новые запчасти? Нет. Тогда вы не получите инвентарь! При выполнении поставленной задачи в срок вынуждены запустить протокол «Строгость». Рон, мы тебе не мешаем? Нет. Как тренер, я должен подавать вам правильный пример. Скука! Может, кто другой будет тренером? Агата! У нее всегда оригинальные идеи! Эта асана разгоняет энергию в коллективе. Я чувствую негатив, исходящий от Гены. Спасибо, это было оригинально. Теперь предлагаю подойти к тренировке с умом. Для начала опустите ноги. Звучит
Это тоже надо подписать. У меня уже голова кружится. Ген, мы шею качаем. Не мешайте. Я разрабатываю методологию и просчитываю эффективность упражнений. Не слушай их, Гош. Спокойно пиши свою методику. А пока ты просчитываешь эффективность, можно свисток. Всем привет! Сейчас вы увидите, как я буду тренировать вот этих ребят. Сначала догони! Отдай мой телефон! У меня стрим идет! Тренер, не притворяйтесь, я вижу, что вы дышите. О, пойду попью воды. Стоять! Тебе не пора ставить обновление? Не отвлекайтесь. Может, я лучше на свежем воздухе поработаю? Исключено. Арена, смотри! А? Неправильно! Заново! Эй, тренер! Не хочешь показать, как делать это упражнение? А-а-а, моя задача за вами наблюдать, а ваша тренироваться. О, ладно, тогда бег задом. Прикольная игрушка. Приказываю прекратить уклоняться от дел. Протокол строгость, мощность максимальная. Никто не выйдет, пока тренер не сдаст работу. Твоя взяла. Я все сделаю. Отпусти команду домой. Добро. Увидимся завтра. А я домой. Постойте. Сейчас моя очередь быть тренером. А тренер всегда рядом и готов подставить плечо. Очередь проводить тренировку. Вообще-то, сейчас моя очередь. Как скажешь. Пойдемте в зал. Тренер, а протокол строгость все еще... Привет, соскучились? Команда матч снова на старте. И я лучший игрок. Брат Гена. За летние каникулы у него не прибавилось ума. Зато окрепли икроножные мышцы. А у меня все мышцы. Я за лето подкачался. Я тоже. Вообще-то мозг — это как мышца. И я его еще сильнее накачал. Ха, мальчишки. А это Берта и Агата. Привет, подписчики Лены. А мы приехали. Я первый. Я первый. О, зато никаких вопросов, чем все лето занималась Агата. Это талисман на удачу в новом году. Хочешь, подарю? Чтобы побеждать, мне талисманы не... Эй, это мы! Датчик, что ли, сломался? Команда, привет! Рад вас видеть! Тренер! Ой! Голограмма. Надеюсь, за каникулы вы не растеряли свои навыки. В Академии еще идут приготовления к сезону, так что сегодня у вас будет спортивный квест. Время прохождения — 1 час.
Я готов! Я первый! Вот тут ты просчитался! Это даже слишком легко! Удар зависит от импульса. А импульс – это сила, умноженная на скорость. Значит... Ручка скользкая! А есть другой молот? Следующий этап – это бег. Время прохождения – 15 секунд. Последний этап квеста – сбор медалей. Время прохождения – 30 секунд. Принято! Погнали! Эй, Рон! Нам тут не помешает помощь! Пора спасать молот от Гена! Гауи, мизинчик! Рон! Рон! Да, продолжайте! Слишком много. Если мои расчеты верны, понадобятся дополнительные ресурсы. Нам нужна команда! Ой, смотрите, победители вернулись! Да, победители. Без вас не справиться. Даже расчеты показали. Да поняли мы уже! Кто-нибудь поможет мне с этим молотом? Тут все дело в технике. Техника! Да, получилось! У нас 30 секунд на сбор медалей. Больше и не нужно. Скорость – моя фишка. Тогда твоя медаль – чемпионская. Рассредоточились по площадке. Поехали. Он не успеет! Давай! Ты сможешь! Нам поможет только удача. Гена, лови удачу! Вы все были на высоте. Ну, не расслабляйтесь. Это только разминка. Завтра продолжим. Жду вас в зале. Вот теперь команда Матч точно вернулась. Помашите подписчикам.